Это для тебя, Брент. Вот он. Говорят, акулы выследили одного из моих парней, которые искали Брента. Извини, детка, но мне придется отозвать людей. Это слишком опасно. Нет, нет, я его прикрою. Передай своим, что я прикрою всех, кто ищет Брента. Это сработает. Открою и выстрелю, только быстро. Шейн, твой парень еще дышит. Я рад, что у тебя это хорошо получается. Ведь еще одного из моих парней засекли. Я разберусь. Высылай координаты. Давай. Ты его спасла? Слава богу. У меня лишних людей не бывает. Слушай, если твоих ребят засекли, давай это используем. Пусть все идут к гавани, к ресторану Олафа. Я спрячусь на крыше и завалю акул, когда они появятся. Ладно, это можно. Буду ждать за рестораном на грузовике. Когда откроешь огонь, я подберу парней, и мы линяем. Добро пожаловать в мясорубку. Шейн, меня заметили. Веди своих парней. Да, мэм. Там какая-то паркура.
парни идут по переулку. Правда, этого никто не заметил. Акулы стреляют только по тебе. Я не против. Всем кости переломать? Да пожалуйста. Твои люди живы? Брента нашли? Ну, кажется, ты их вдохновила. То, как ты тут отжигаешь, ты это что-то. Просто воплощение смерти. Я не чудовище, просто... Я должна помочь брату. Без него я схожу с ума. Значит, мадам, вам повезло. Один из тех, кого ты спасла, говорит, что кто-то из акул забирал груз в Джорджтауне. Если мы найдем его на записи камер слежения, то сможем выяснить, где они держат Брента. Вот можешь, если захочешь. Значит, ты наконец позволишь моему ковбою проскакать на быке. Быки — это ж самцы. Ну да, неважно. Алло? Ромеро, привет. Я Дженни, работаю на... вместе с Шейном. Кажется, я должна помочь тебе отыскать одного из главарей акул. По телефону? Через городские камеры. Присылай мне их номера, тогда я смогу найти записи. Я дам координаты места, где его видели. Что? Номера камер? А ты кто вообще? Дженни, я работаю на город. И иногда на Шейна. Код камеры — это почти как QR-код. Его можно сканировать телефоном. Пришли мне его, и тогда я найду записи с этим парнем. Наша программа распознавания лиц такая крутая, что даже страшно. Так, я здесь. Ага, найди камеру. Так, есть. Сканируй код, чтобы я нашла записи. Это он. Следи за ним. Будем вести его от одной камеры к другой. Извини, что не могу сканировать всю систему. На работе это засекут. Это история.
Черт, не туда. Самое время извиниться. А что мы ищем? Говорят, у акул есть логово, где они держат пленных. Он приведет нас туда. А Шейн? Что у тебя с ним? Ну, ты ищешь брата, а мне нужно было кое-что другое. И теперь, когда звонит Шейн, я ему помогаю. Только на работе нужно быть очень осторожной. Черт, а что тебе было нужно? Давай, не будем углубляться в это дело. Кто этот парень вообще? Он занимается торговлей людьми. Торговлей людьми? Как рабами? Да. И кажется, он следит за этой девушкой. Поворачивай обратно. Она пошла быстрее. Думаешь, засекла его? Не останавливайся. Давай узнаем, что с ней будет. Похоже, какое-то место преступления. Он его убил. И вот эти люди схватили моего брата. Добром это не кончится.
Стой. Он что-то уронил. Привет. Дженни, ты можешь по телефону узнать, где был человек в течение дня? Да, но придется подождать. И нужна копия его сим-карты. Я ее пришлю. Освободим моего брата и заодно разберемся с этими гадами. Ронера, мои парни попали в засаду, устроенную акулами. Дело плохо. Значит, ты хочешь, чтобы я врезала этим уродом в трениках, да? Ну, да. С удовольствием. Просто покажи, в какой они стороне. Кстати, Дженни, супер. Позвони ей, есть инфа. Thank you.